мои. Несмотря на запрет, все равно люди ходят. Прогуливаются. А как можно вообще сидеть дома, да? За хлебом ездят, я смотрю. Ну, я сейчас возьму свой халатик. Сегодня хочу помыть этот балкон. Посмотрите, какой страшный. Вот, все надо помыть. Будем заниматься вот такими делами. Так хотелось бы выйти сейчас на набережную. Я смотрела, в Алании купаются люди. Надо попробовать. Я же тоже раньше моржеванием занималась. В апреле месяце купалась в Грузии. Но время покажет. Пошла я, значит, пить кофе и грейпфрутовый сок. Какая замечательная у нас сегодня погода. Такая красивая у меня елочка. Мои цветочки. Скоро у меня будет пополнение. Расцветут мои цветочки. Это беленькие, это красненькие. Погода замечательная. Наверное, градусов 23 на солнце. Детки все равно повыбегали на улицу. Невозможно усидеть дома. Хотя уже и корона пришла к нам. Видите, люди в масках сидят. Мы же там корона. Не знаю, не знаю. Маски на балконе. Не знаю. Вот такая замечательная у нас сегодня погода. Так хочется выйти погулять, но запрет. Будем подчиняться закону. Я сейчас выпила кофе с голландским сыром. Аж к ему буду делать тостер. Покажу вам. Эту кастрюлю я не знаю, что с ней делать. Перчатки одену и буду ее скоблить. Так, вот. Сейчас я это подогрею одну с двух сторон, растоплю и потом придавлю, и будет тостер. Вот такой сыр специально для этого. Вот такие тостеры у меня получились на сковородке. Разрезала на 4 части. Кусочек пастермы. Вот и докормить моего Ашкыма. Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Тая, с моей шваброй. Что у нас вчера не хотела снимать себя в субботу-воскресенье? Прошли у нас, во-первых, в строгом режиме. Посмотрите, у меня всю кухню помыла, перемыла все шкафы. В субботу-воскресенье прошла у меня у нас в жестком карантине. Это раз. Во-вторых, мои хорошие, у нас вчера выключили воду. Вы представляете? Я-то, с одной стороны, это хорошо, потому что я очень много сделала дел своих, привела в порядок все, что было у меня отложено в долгий ящик. А также, но за то, что творилось у нас, вы сами понимаете. Когда воды в доме нет, сами понимаете, что это такое. И вот сегодня только в 2 часа дня дали воду. Я вся в процессе уборки, начиная с ванной, похлорировала все. На кухне все почистила, без перчаток даже, потому что скоро иду менять маникюр. И вот искупалась и мужа, постели поменяла. В общем, у меня сейчас стирка там. Сейчас хочу все полы перемыть, пыль вытереть, тряпкой хотя бы влажной. И вот, Ашкым стала сегодня на весы. Вчера закончилось 4 недели моей диеты. В принципе, можно уже, она рассчитана на 4, но я хочу продолжать, потому что мне очень понравилось. Посмотрите, во-первых, как я похудела. Похудела 5 кило. 63 400. Когда начинала диета, была 68-50. Совсем не трудно, я перестала, я знаю, что мне можно, что нельзя. Во-первых, я себя чувствую отлично, у меня нету, не беспокоит давление,
Ну, мне нормально, комфортно. И я уже могу останавливать себя. Я, во-первых, за этот весь процесс... Такое солнце отражается. Лучше вот так поговорю с вами. За весь процесс диеты я, во-первых, постоянно принимаю чаи, лимон с имбирем, чаи из разных растений лекарственных. Сейчас мы сделали с Сашкой прополис, принимаем его. Также поливитамины. Так что я делаю... Мажу, даже вместо крема пользуюсь маслами, они не блестят, видите, вот я сейчас нанесла крем жожоба, он не блестит, он очень хорошо так прямо чувствуется, благодарность от кожи, что она такая у меня насыщенная. Ашкема только что отправила поменять деньги, кстати, советую всем, кто проживает в Турции, не меняйте деньги в банках, потому что там всегда заниженный курс. И вот мы, когда мне нужна какая-то сумма, то я, это моя чудо-тряпочка, то я отправляю его, и он меняет в ювелирных магазинах, там больше всех нам дают. И сейчас Ашкем принесет мне денежку, завтра я, у меня для вас сюрприз, мне нужно завтра много денежек. И я потом все вам покажу. Смотрите, ждите, не переключайтесь. Ждите с нетерпением моего сюрприза. Дай Бог, чтобы все получилось. И он пойдет на базар. На базаре нам не надо ничего такого, потому что у нас холодильник переполненный. Переполненный. Еще я тут заказала курицу. Я так заказала и вареников, и блинов, и еще курицу я нашла здесь, девочку одну, женщину, которая занимается с мужем копчением, тоже перед Новым годом заказала. В общем, столько жрачки, а сама на диете. И решила я продолжить эту диету. Что еще хочу вам сказать? Ну вот сейчас я своей чудо-тряпкой всю пыль вытру, полы перемою. Покажу, что у меня на кухне так приятно, когда хлоркой пахнет. Вот, видите? Вот, все в процессе у меня. Стирочка уже высохла, сейчас подсохнет. Швабра у меня замечательная. Я так ее полюбила. Она везде, в таких местах моет, где я раньше не могла подлезть. Так что вот так, вот, вот такие вот у нас новости. Ну, я сказала Ашкему, что принес яблочек, а потом таких фруктов мы уже возьмем 27-28 перед Новым годом, затаримся, потому что надо доедать это. Приятного вам дня и ждите, не переключайтесь. Сделала все свои дела. С мамой только что поговорила, с моей мамулечкой. И сейчас я... Так как моя диета закончилась, но вы сами знаете, что я буду продолжать, я решила себе картошечку с грибочками в духовке запечь. Как вы думаете? А? И даже запеку еще, может, и Яшкин тоже поест. Вот так я кубиками режу. Все делаю на свое усмотрение. То есть меня никто не учил, а вот делаю на глаз все. И тогда сделаю еще побольше картошку, лука, и может мой Ашкем. Ашкем пошел в больницу, пришел с базара, принес йогурт, и йогурт у меня разлился. И сейчас я специально для вас запишу видео, и как я делаю с йогурта отдельно, вот именно йогурта видео. Вот у меня разлился йогурт, пакет, не буду же я его выливать, да? Сейчас еще сказала Ашкему, купи побольше картофеля, чтобы вдруг картошка там, и сами знаете, самое ходовое. Все, да закупаемся мясом, уже нету места, места нету в холодильнике. Так приятно, когда все почистишь, прямо душа успокаивается сразу. И вот сейчас я это, знаете, что сделаю? В рукав. Рукав лежу такой специально. Сейчас картошку также порежу кубиками.
Не знаю, разная картошка, но неохота на балкон выходить. Я такая лентяйка. Вот так кубиками порежу. Все, перемешаю. И что-то получится у меня. Думаю, что что-то вкусное получится. Вот такая вот фырын-торба. Последняя надо, кстати, видите, купить. Надо уже купить. Я сейчас это что сделаю с этим? Я все вот так поперчу, посолю. Диетическое питание, не так ли? Можно, в принципе, добавить еще... Знаете, что можно добавить? Сейчас чихать буду. Зелень, но не буду добавлять зелень. И мое любимое, я люблю очень это. Сейчас оденем с вами перчатки. Включу духовку, и будет у нас такой вкусный ужин. Ой, аж кем столько принес чего, покажу вам тоже. Потому что сюда хочу и маслица чуть-чуть, да, оливковое. Вот такое у меня будет рагу. Рагу называется. Кстати, масло надо оливковое тоже нам. Вот такое маслице, вот. И оно у меня будет запекаться. Сейчас помешаю. Эта диета, знаете, чем хороша? Обожаю эту диету. Знаете почему? Потому что после нее у меня появляется фантазия. Чтобы можно приготовить такое все вкусное и полезное. И поэтому придерживаюсь ею и в форме остаюсь. Ну, вы будете следить, насколько это правда. Сейчас все погружу сюда. По-моему, больше нечего добавлять сюда. Смотрите. Такой рукав. Завяжу ниткой, потому что у меня уже нету этой наличия. Так, завяжу. И на сковородку. И вот поставлю в духовку. Результат покажу. Только что закончила я тесто свое йогуртовое. Сделала для вас специальное видео. Вот оно. Лежит там. Млеет, полчаса надо ему. Сейчас готовлю, решила приготовить баклажана с 6 штук. И баклажан сделаю такой, как обедом. Ашкем нервничает. Почему? Потому что ему не оказали помощь в больнице. У него проблема здесь с этим суставом. Он не может рот открыть нормально есть. И вот все болит. Отсюда идет, сюда боль. У них в семье такое, не знаю, у сестер у всех боятся открыть, чтобы потом не смогли. Было даже у старшей сестры, открыла рот и не смогла закрыть. Не знаю, бедная Ашкем, что будет делать сейчас. Ну вот пришел такой злой и завтра записался в большую больницу на прием. Не знаю, чем это все закончится, но вот мой Ашкем вот такой вот пришел. Вот сегодня что он купил на базаре. Много нам не надо было. Вот готовится. Уже приготовилась моя еда. В рукаве грибы. Посмотрим, что получится из этого. Буду готовить ему еду. Сама проголодалась тоже. Какой у меня сегодня будет очень вкусный обед. Картошечка с грибами. Вот такой суп у меня есть. Приготовила овощной опять. Все понакидала. И грибы. И вот такая вот у меня. Сегодня у меня овощной день. Буду также продолжать. Понедельник вот сделала овощной. А потом буду так же, как написано, по диете.
Вся тарелка, видите, чеснок, лук, все сейчас буду это кушать, естественно, перчик. И вот сейчас на тарелочку положу. Это мой обед будет, и ужин, и все. Что я приготовила ашкему? Вот я пережарила такие синенькие. И у меня тут, если вы увидите сейчас, какую-то томатную пасту нам передали. Я не знаю, что у меня получилось, но вот такой обед я сделала. Вот мне не нравится томатная наша паста. Она какого-то не красного цвета. Но так-то все вкусно. Макароны, вот моя картошка пускай ест. Я уже наелась. И вот иду кормить ашкема.